Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Райт, давно что-то я ничего не снимал, поэтому сегодня решил сделать такой небольшой отчетный пост по всему тому, что ко мне пришло за прошедшие полтора месяца. Начну я с манги, вот такое вот небольшое количество манги ко мне пришло за это время. Здесь у нас «Книга снов», «Два тома», «Нахальный принц», «Восхождение героя щита», «Без игры нет жизни», «Сад изящных слов», «У меня мало друзей», «Первый отряд», «Характеры хранителей» и «Атака на титанов». Обо всем я рассказывать не буду. Единственное, что бы я выделил, это «Атака на титанов». Прекраснейшие танкобоны выпустили азбука, первый и второй том. Они содержат в себе с первого по четвертый тома манги. Действительно офигенно сделаны, в твердом переплете, отличные по полиграфии, отличная сама манга, отлично выполнена, напечатана. Все великолепно, я был в большом удивлении от такого крутого качества. И, да, конечно же, я с нетерпением жду, когда они начнут выпускать танкобоны по Бакуману. Это будет круто. Также купил артбук по Uncharted 4, без каких-либо сомнений лучшая игра 2016 года. Это действительно так, и я не знаю, какая игра сможет ее переплюнуть в ближайшие годы. Артбук выпущен XL Media, великолепен по полиграфии, он в твердом переплете, с шикарными артами, куча здесь скетчей, и самое главное, что это все переведено на русский. А здесь действительно есть что почитать, всякие идеи, скетчи, не вошедшие в игру, и мысли разработчиков о том, как они вообще создавали этот проект. Действительно крутой артбук, всем советую приобретение. Ну и в заключение вышел наконец «Наруто», только не один, а целых три фильма. Здесь у нас «Наруто. Кровавая тюрьма», «Путь ниндзя» и, соответственно, последний фильм. Издание выполнено в картонном рукаве, внутри у нас три Blu-ray бокса простых, в одном боксе у нас находятся три открыточки, ну а сами диски выполнены вот в таком вот формате, ну точнее, вот «Наруто. Последний фильм» выполнен в нормальном формате, а вот два других в таком. Говорю так, потому что, честно говоря, вот такие диски у меня вызывают ассоциации годом с 2006, когда я покупал что-то пиратское. Может, такое только у меня, но вот реально такой вид диска именно такие эмоции у меня вызывает. Издание абсолютно простое, ничего больше здесь нет, но, честно говоря, я думаю, если бы Reanimedia выпускала вот такие вот издания, но почаще, я был бы не против, поскольку ждать уже годами, честно говоря, надоело. На этом все. Спасибо за внимание, спасибо за то, что смотрите, за то, что подписываетесь. Всем приятных покупок, успешного прибытия этих покупок и, конечно же, до скорых встреч. Пока!